Безграничные таланты. В среду в Чебоксарах состоится гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля. А сегодня в столицу республики стали прибывать участники. Их встречала наша съемочная группа. Москва-Чебоксары привез первых участников фестиваля. Среди них Дима Комиссаров. На конкурс он приезжает во второй раз. Я буду играть на фортепиано. Два произведения – это лирический танец Амирова и этюд Геллера. Фестиваль, не знаю, просто здесь какая-то атмосфера очень необычная. Вот. Не знаю, почему мне так это нравится. Играть можно на любом предмете, уверен Миша Десяцков. Щелкунчика Чайковского он исполнит на хрустальных бокалах. У всех знакомых все это собиралось из стенок, из дома. Вот, ну где-то около 40 бокалов, наверное, было вот перебрано, да, из них вот выбрано 13. Если его и долго играть, и получится все, что хочешь. Например, играешь вот этот дин-дин-дин. А вот так встречают участников в аэропорту Чебоксар. Всемирный парамузыкальный фестиваль в этом году отмечает юбилей. 10 лет он помогает найти особенных, одаренных детей и дает возможность им реализовать себя. Многие из них, например, первый раз выступают с оркестром. Вот. Для них это вообще целое событие, конечно, и непривычное. И вот. Поэтому у нас такое не стоит вот, выделить кого-то, поставить по ранжиру. Вот. Просто это такой праздник, как говорится. Мы стараемся сделать праздник и для участников, прежде всего, ну и, конечно, для зрителей. А посмотреть будет на что. Около 40 участников из разных регионов страны покажут себя в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах. Ребят на сцене поддержат местные творческие коллективы. Впереди день отдыха и репетиции, а после – концертная программа. Татьяна Леонтьева, Юлия Важенина, Александр Петров, Андрей Шоклев. Республика.